Игра «Буква крас». Кто гласную от согласной сумеет отличить, тот в этой игре сумеет победить. Игра рассчитана на то, что ребенок уже знаком с понятиями гласные и согласные. Поэтому будем смотреть, как он справляется и окрашивает буквы в нужный цвет. Здесь у нас представлены согласные. Идем в настройки и выбираем сложность игры. Простая, средняя или сложная. Здесь выставлена простая. Берем краску синюю и окрашиваем в синий цвет согласные. Берем красную и окрашиваем наши гласные. Вот такая простая игра, очень наглядная, для того, чтобы помочь детям вспомнить, как мы обозначаем гласные и согласные. Это условные обозначения синий и красный. Заодно есть возможность повторить и назвать буквы. Желательно, чтобы ребенок сам мышкой в этом случае выбирал цвет и окрашивал. Но в то же время, если ребенок мышкой еще не владеет, то можно показывать. Ребенок показывает, специалист выбирает. Ну и так далее. Очень простая игра, и к ней есть печатное задание. Можно распечатать в любом количестве и дать детям уже продолжить занятия вне компьютера, раскрашивая наши буквы и картинки к ним.